Челлендж «Кому слабо?» Мы начинаем новую серьезную игру! Привет! Я, например, могу делать несколько работ одновременно. А тебе слабо? Нет. Сейчас проверим! Сейчас посмотрим! Nowadays, I'm too cool for a girlfriend. Nowadays, I don't know when the world's been. Вот он наш жребень. Листочки с заданиями есть внутри. А мы решаем, кто будет первый выполнять задание. И на раз, два, три. Стоп! А ты уже подписался на канал? Раз ты смотришь наши видео и тебе они нравятся, подпишись на наш канал. Сделай это прямо сейчас! Нажми на красную кнопку под видео. И мы начнем! Да, и не забудь нажать на колокольчик. Поехали! На раз, два, три, начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Ладно, я ничего не боюсь. Выбираю. Открывай. Ну, это первое задание. Та-дам! Сразу мне повеселело. Как же я буду сидеть целую игру мокрой? Как? Ладно, справимся. Хватит. Вкусный сочек. Давай. Я боюсь. Даже ни капельки не капнуло. Вот. Я справилась с первым заданием. Без рук. 1-0. Играем дальше. Молодец. А, спасибо. Теперь, надеюсь, будет твоя очередь. Раз, два, три. Опять моя, так нечестно. Да так нечестно. Сколько можно? А? Хоть бы что-нибудь легенькое. Давай, выбирай. Вот этот. Где ножицы? Давай. Сейчас откроем и увидим. Интересно ей как, а? И это... На мокрую тряпку. Слава богу, что мне это не выпало. Мама, твой мокрый трон готов. Садись. Я посижу и посчитаю до 10, окей? Давай на три. Раз, два, три. Поставьте лайк. Садись. А, мокрое полотенце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я прям чувствовала каждую секунду, как мне было мокро. Вот так вот я смогла. Я молодец.
Все, я пошла. А я посижу. Мама, тебе не мокро сидеть? Немножко. Давай, теперь твоя очередь. На раз, два. Я ее боюсь. Она знает, что я сейчас покажу. На раз, два, три. На раз, два, три. Опять я? Ну как же ты так знаешь? Ну скажи. Скажи секрет. Этот челлендж как-то по-другому надо было назвать. Она такая хитрюля. Ну ладно. Опять я. Все время я. Страдаю. Что-то выбрала уже. Давай, открывай. Смотрим, а там... Пять раз покрутиться надо вокруг себя и пройти ровно 5 шагов. Я это сделаю очень легко. Хорошо, посмотрим. Итак, 5 раз крутись. А теперь пройди ровно 5 шагов. Не туда. Ровно. Голова кружится. Слабо? Серьезно? Слабо? Попробуй ты, как кому будет слабо. Слабо? Друзья, это было тяжело. Мне до сих пор голова кружится. Ты не прошла 5 шагов. Прошла. Нет. Прошла как-нибудь? Прошла. Нет. Может, не ровно, но прошла. Нет. Да. Друзья, напишите в комментариях, прошла ли мама Алины 5 шагов. Или нет? Я прошла 5 шагов, я помню. Нет, ты вот так прошла. Прошла я 5 шагов. Ну и что? Не ровно прошла? Ладно, второй раз попробую. Давай. Второй дубль. Закрываю глаза и поворачиваюсь вокруг себя 5 раз. Я иду искать. Сюда. Сюда. 5, я прошла. О, это... Ну я прошла же. Прошла. Ура, я прошла. Мам, у тебя еще голова кружится? Нет. Я вижу. Давай играем дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Наконец-то! Выбирает Алина. На, держи. Так. Поместить во рту 5 сосисок. Сейчас посмотрим. Поместится. Она любит сосиски, но 5 сосисок еще не пробовала. Итак, опять барабанная дробь. 5 сосисок. У нас сколько здесь осталось? 5. 5 как раз осталось. Пожалуйста. Открываем шире ротик. Раз. Два. Три. Ого. Ого. А пятая не поместится. Ага, ага. О, на камеру. Теперь сосиски упали. Алина с заданием справилась. Подожди, сейчас подымешь. Ну как тебе первое задание было? Круто. Понравилось? Вкус сосисок есть? Чуть-чуть. Все, следующее задание. Итак, нас осталось 4. 4 мы уже сделали. Раз, два, три. А опять я. Вот это вот. Давай, ножницы.
Интересно? Хочешь, я тебе дам? Давай. Ты сделаешь за меня? Да. Серьезно? Да. Или я сделаю? Сейчас посмотрим. Ты. Пройтись босиком по Лего. Ты. Не хочешь за меня? Нет. Ладно, это сделаю я. А тебе слабо? Нет. Да, это мое задание, должна сделать я. Ну, сейчас сделаем. Итак, задание пройтись босиком по Лего. Вот. У меня есть вот такой лайфхак. Не лайфхак, а антистресс. Это мой лайфхак. Я это себе постелю, чтобы мне было легче. Давай. Иди. Мой лайфхак. Теперь обратно. Давай. Я прошлась. Ничего у меня не случилось. А я бы так пройду. А ты в носочках, а я без. Это такой массаж. Следующее задание. Раз, два, три. Опа, не повезло. Давай, теперь ты. Выбираю. Там тяжелые задания остались. Я же их писала. Вот это. Держи. Ого! Брось яйцо с высоты своего роста, чтоб оно не разбилось. И не разбей его, то есть. Да. Я боюсь. У тебя есть два варианта. Держи яичко. Первый вариант. Это можно будет вот сюда его положить. Такая сумочка мягенькая. Вот такая сумочка. И потом вот такая вот антистрессовый пакетик такой. И его бросить с высоты своего роста. А есть второй вариант. Есть просто вот такая сумочка. В ней есть такая тряпочка мягенькая. Ты его можешь туда засунуть, закутать в тряпочку. И вот так вот прям сумочкой и бросать. Я вот так. Или вот так. Вот так. Да. Сюда положу, в серединку. Хорошо, его запечатай. Так. Где там мое яичко? Потерялась? Есть. И должна его этот пакет бросить. Чтобы оно не разбилось. Хорошо. Раз, два, три. Смотрим. Давай я помогу. Ух ты! Оно не разбилось? Оно разбилось. Ну, почти. Почти. Ну, еще можно его будет и съесть, если что. Все, я победила. Ну, ладно, она победила. Будем считать, что ей плюс. Да, ребята? Если вы считаете, что это мы неправильно посчитали, напишите в комментариях, хорошо? И продолжаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Выбирай. Вот это вот. Сейчас мы смотрим, что у нас там еще было. Я же не помню, но думаю, что-то интересное. Ух ты! Съешь десерт с майонезом. Вкусненько. Приятного тебе аппетита. Блин. Ага, я тебе принесла маршмеллоу. Он вкусный, но с майонезом он еще вкуснее. Давай попробуешь. Я боюсь. Да не бойся ты. Так много. Вот так тебе. Итак, барабанная дробь. Пробуй. Давай попробуй. Нет, нет. Тебе же не слабо. Давай попробуй. Может, тебе понравится. Давай попробуем. И... Все ребята ждут. Давай, попробуй. Раз, два, три. Жуй-жуй.
очков. Не справилась она с заданием. Посиди. Ну ладно, иди. Иди. Не справилась. Вкусненько? С крысой впечатление. Может говорить, не может. Так и подался. Десерт с майонезом. Итак, последнее задание. Кому вкусненького надо будет покушать? Ты уже покушала? Хочешь еще? Хочешь? Нет. Давай, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. А, я провалилась. И последнее задание буду выполнять я. Мне не слабо, и я смогу. А я сейчас одену одежду. Одеть одежду своего соперника. То есть... Твою? Оу, нет, я не буду. Будешь. О, вы себе представляете это, как это будет выглядеть? Я? Ее... Снимай футболку. Примеряй. Друзья, как вы думаете, я в нее помещусь? О, рукава прям мои. О, сейчас будет. Одевайся! Я все облезу. О! О! Как я вам? Красота! Тебе нравится? Нравится! Вот так вот, с заданием я справилась. Теперь бы снять ее как-нибудь. О! Давай! Аж легче дышать. Вот. Как вы считаете, я справилась? А ты? Что я? Как считаешь, я справилась с заданием? Да. Понравился наш челлендж? Тогда напиши в комментариях, какое задание тебе показалось самым сумасшедшим. И обязательно подписывайся на наш канал и ставь лайк. И жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые челленджи на канале Эллен Стар. Мы вас всех любим, всех обнимаем крепко и всем пока!